Давайте узнаем, чем сегодня удивит Азиз Джон Сайфулаев. Какие-то такие таланты, которые... Они необъяснимы, И ты понимаешь, что в этом человеке есть что-то такое, что нету ни в ком. Я стал более увереннее. Раз я дошел до полуфинала, значит, у меня действительно есть талант, который можно показать людям. Он актер, и он это очень мастерски это показал. Все, что у меня есть, это мое желание показать себя. Я очень надеюсь, что пройду в следующий тур. Потому что мне хотелось бы и дальше показывать свой талант, чтобы обо мне узнало как можно больше людей. В нашем проекте принимают участие разные таланты из разных регионов. До выхода на сцену они наслаждаются и освежаются вкусом Кока-Кола. Азиз Джон Сайфулаев. Азиз Джон, кажется, судьи не в духе. Давай послушаем, что уже случилось. Ну, для начала спасибо большое, Азиз Джон, что вы выступили, что подготовили один и тот же номер. Повторились, я вам скажу так, потому что вы на прослушивании показывали эти же звуки, вы добавили только видео, а звери как бы те же, которые были на прослушивании. Ну там почему? Обезьянка рыженькая была. Просто перекрасил он ее и все. Азиз Джон, конечно, вы очень хороший актер, это видно, но мы ожидали что-то, я ожидала какую-то постановку актерскую,
И получилось, вы повторились. Ты выходишь в полуфинал. Ты должен показать то, что никто не может от тебя ожидать, понимаешь? Это было немного скучно. Так вот. Спасибо, спасибо, судьи. Азизжон Сайфуллаев, Таджикистан. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.